по мне, точка роста дает огромные возможности. Например, познакомиться с таким, с такими новыми материалами, как VR-очки, поработать за компьютерами, которых раньше в нашей школе было достаточно мало, и не каждый мог на нем поиграть и просто найти какую-то информацию. В принципе, кабинет светлый, очень красивый интерьер, и в нем приятно учиться. Данные классы предназначены для внеурочных занятий, и я думаю, нашим будущим предшественникам будет очень интересно здесь находиться и узнавать что-то новое.